Это не наш год, это не наша игра, Дима. Это не наша игра. Наша игра – это немножко другое. Наша игра – это на шопинг сходить, наша игра – это повеселиться, наша игра – это порадоваться жизни, привести своих жен, друзей, подруг, не нанимать тренера. Наша игра – это… Литербол, получается. Литербол – это наша игра. Наша игра – это с друзьяшками собирать команды. Наша игра – это ездить на ланы. Наша игра – это троллить всех в интернете. Наша игра – это выпендриваться. Выигрывать в доту – это не наша игра.